Ипон Иннова G2000 – крупный напольный киловаттный источник бесперебойного питания с информативным дисплеем и USB-подключением. Распаковку начнем с перечисления комплекта поставки. Сам ИБП, сетевой кабель питания, два кабеля для подключения нагрузки, кабели с коннекторами USB и RS-232 для подключения к компьютеру, документация и диск с фирменным программным обеспечением. Теперь посмотрим на модель поближе. ИБП выполнен в форм-факторе башни и предназначен для установки на горизонтальную поверхность. Корпус металлический. Внешние размеры 15 на 23 на 36 сантиметров. Вес чуть более 9 килограммов. Передняя панель выполнена из пластика. На ней находится вентиляционная решетка, 4 кнопки управления и информационный дисплей. На него выводится информация о нагрузке, заряде, напряжении на входе и выходе и другая сервисная информация. Кожух корпуса выполнен из металла, имеет P-образную форму и крепится 4 винтами сзади. Для доступа к внутренностям ИБП, а также для замены аккумулятора, кожух придется снять. На заднюю панель корпуса выведена входная розетка стандарта IEC-320C14, 4 выходные розетки C13, коммуникационные порты RS-232 и USB, колодка интерфейса IPO, вентилятор охлаждения и заглушка интеллектуального слота, в который можно установить карточку сетевого мониторинга. Теперь о функционале. Данная модель относится к классу онлайн, то есть работает по принципу двойного преобразования. Сначала переменный ток из розетки преобразуется в постоянный, который питает аккумуляторную батарею и инвертор. А инвертор преобразовывает его в переменный ток с чистой синусоидой, что обеспечивает стабильное напряжение и частоту вне зависимости от текущих входных параметров. Допустимый диапазон входного напряжения от 113 до 300 вольт, частота от 45 до 66 Гц. При выходе за пределы этих диапазонов ИБП перейдет в режим работы от батареи. Максимально допустимая нагрузка составляет 900 Вт активной мощности, либо 1000 Вольт Ампер полной мощности. В данном ИБП установлена сборка из двух аккумуляторов формата 12 Вольт на 9 Ампер часов. Время автономной работы около 4 минут при полной нагрузке и около 18 минут при 30% нагрузке. Время заряда после полной разрядки аккумуляторов 4 часа до 90% заряда.